Сегодня стала известна подробная программа празднования Дня молодежи в Красноярске. Впервые он пройдет в формате арт-субботника. 24 июня на набережной Енисея с 11 часов утра молодежные организации и все желающие будут украшать лестницы. При этом участникам раздадут лотерейные билеты, и в 15 часов состоится розыгрыш призов, среди которых есть кофемашины и самокаты. А также с 3 часов дня начнут работу различные локации и фотозоны. В лектории будут обсуждать примеры оформления дворов и городских пространств. И еще зрители будут учить делать многоразовые сумки, чтобы в обычной жизни отказаться от пластиковых пакетов. Завершится праздник двухчасовым концертом. На площадке, которая находится рядом с переходом от Центрального парка, она у нас называется, ну там кодовое название «Рушник», мы его тоже будем оформлять. Там у нас состоится с 7 часов до 9 часов праздничная программа, то есть это будут выступления различных танцевальных коллективов. И, конечно же, у всех жителей города и гостей города будет возможность самим потанцевать. Более того, мы там приготовили некий такой сюрприз в виде пенной вечеринки, то есть возможность будет в том числе и еще это сделать более увлекательно.